Ау, народ, есть кто живой? Отпишитесь там, чё как, связь есть, вам меня слышно? Видно вам Pure Protein, меня все устраивает или не видно? Есть, Валера, да, привет, все четко, ништяк. А вас все устраивает, пацаны? Почем? Потем. Так, короче, пацаны, как вы видите, сегодня нестандартный формат. Я таки выехал из дома, потому что сегодня нужно было тут кое-что помочь тетушке Кристине. Вот. Я вам даже покажу тетушку Кристину, если вы будете очень сильно просить меня об этом. Вот. Знаете, что я вам сейчас буду рассказывать? Я вам буду рассказывать про то, как скоро я вам все это продам. Смотрите, помните, вы просили, чтобы я вам показал, что я отложил себе из Спортита, не считая того, что у меня дает мне Pure. Вот я вам, собственно, показываю. Это я отложил себе где-то на полгода всякой хуеты, которую мне необходимо пожрать. Вот, это чтобы вы понимали количество затрат на спортивное питание. А то все пиздят и думают, что, блядь, достаточно кушать одной баночки того, одной баночки всего. Нет, это все не так. Всего очень много, просто дохуя всего. И это не считая того, что мне Pure дает все, что мне необходимо. Просто не все позиции есть, поэтому я добираю это тем, что есть у меня. Нет, я не лопну. Это не мат, это у меня наречия такие. Ну вот, короче говоря, сколько на фарму трачу, и даже не посчитать здесь, то есть спортпит — это самая минимальная составная часть того, на что тратятся деньги. Значит, как вы видите, полки полупустые, поскольку даже не так, почти пустые, потому что, собственно, товар, как я вам и говорил, мы распродаем, и как вы видите, собственно, распродажа прошла на пиздецкий какой ура. Мы слили гигантское количество товара по нереально просто, блядь, дешевым ценам. Собственно, как я и говорил, это делалось для вас. Кто захотел, кто не зажопился, пришел и отдал свои последние гроши мне. Кто зажопился, тот теперь по курсу доллара, блядь, 80 рублей. Адрес магазина: улица Жуковского, дом 41, вход под арочку. Это центр, площадь Восстания, либо метро Маяковская. Так вот, тот теперь из жопники придут, соответственно, в какие-то другие магазины и закупят все то же самое, что я вам продавал с охрененной скидкой, раз таки в два дороже, ну, как минимум. Вот, поэтому, пацаны, кто сообразительный, тот сообразил. Значит, что я хочу вам рассказать, что осталось из того, что я вам сейчас со скидками продам, и те, кто придут на семинар, берите с собой бабло, потому что это точно так же быстро разберут. Смотрите сюда. Здесь неебическое количество перчаток. Здесь всевозможные вариации бинтов. Бинтов. Снова бинтов. Всяких тяг. И, короче, еще бинтов. Вот. Также всем, кто будет на семинаре, блять, практически даром мы мелатонин забарыжим, короче. Вот, и что еще? А, ну у меня тут хондропротекторы всякие остались, витаминки всякие. А сейчас, короче, я вам еще, знаете, что покажу? Я вам покажу остатки склада. Вот, это остатки склада. Здесь очень-очень много сумок. Ну, вы видели, да, что я с этими сикс-паками ходил, короче, и, блин, удобные довольно-таки сумки. Вот, и поскольку у меня их очень много, то эти сумки я тоже со скидосом буду продавать. Так что, короче, народ, если придете на семинар, то берите с собой бабки, я на полном серьезе говорю, потому что, ну, очень странно себя люди ведут. Я объявил распродажи в 20-х числах декабря. Сейчас люди пишут или звонят на телефон магазина и говорят: а можно там это купить, а можно то купить? Да уже практически ничего нельзя купить, потому что слито. Ну, процентов, наверное, 90. Семинар в 20-х числах января. Я в группе в угарной качалке и валерон-тестостерон напишу точную дату.
и точное время. Вот. И поэтому, соответственно, люди, которые все просрали, ну, я имею в виду время распродажи и числа, они очень удивляются, а где же товар по той цене, по которой так говорили и обещали, что будет дешево. Поэтому берите бабки, не жопьтесь, короче, приходите на семинар, когда я объявлю, и разбирайте все то, что осталось, потому что все, что я завезу новое, будет совершенно по другим ценам. Плюс я вам расскажу то, что вообще будет, во что мы это все превратим, потому что мы сейчас все это очень сильно модифицируем. Вот, а сейчас, короче, чтобы... адрес магазина: улица Жуковского, дом 41. Вход под арочку. Розовая такая арочка, и на ней циферка. Дом 41, Жуковского, метро Маяковского. С праздниками меня и мою семью. Спасибо большое, и тебя тоже с праздником. Сейчас я вам, знаете, кого покажу? Кого я вам покажу? Скажи здорово пацанам. Привет. Опять жрет, видите? Приехал в магазин, блин, Кристина говорит, приедь, нужно помочь, Валера, там посылки, то-то, мол, то-то. Я такой, значит, приезжаю, блядь, захожу, а она здесь. Чё ты ешь, спрашивает. Рис с курицей. Там курица, здесь рис. Ни хрена тут риса, вы прикиньте, пацаны. Я вам говорил, что я много ем. Нет, я ем нормально, жрет она. Все, хватит тебе показывать. Теперь вы снова на меня будете смотреть. Вы думали, это что, перископ Кристины, что ли? Хрена с два, это перископ меня. Black Mamba есть, 2000 рублей. У нас сейчас не ебически дешево, 2000 рублей. Но их тоже очень мало осталось, так что если тебе надо заказать Black Mamba, то пиши Кристине в личку. Мне не надо в личку писать, пишите все Кристине. Вот. Какая девочка красивая, блядь, да при чем тут какая она красивая, блядь? Это барыга главная тут. Ты барыга, Кристина? Да. По почте высылаем. Матрикс 5.0, чувак, разобрали 2 месяца назад. Вот здесь был Матрикс 5.0. Да, и раньше было дешево. Раньше было дешево, а сейчас было почти даром. Вот, короче, по личным вопросам можно ей писать, она тебе не ответит. Ей можно писать только по вопросам денежным. Хочешь перевести денег на карту? Хочешь купить? Да, хочешь прислать просто так подарки, еду, блядь, еду. Цветы. Еду. Цветы не надо, нахуй не надо. Еду. Вот, там, я не знаю, стероидов для Валерки, гормоны роста. Ну, Кристине нахуй не нужны, она в основном для себя все берет. Вот, так что, короче, тогда можешь писать. А если будешь писать в любви и признаваться, это бесполезняк, она лесбиянка. Ну, ты скажешь, что ты лесбиянка. Я лесбиянка. Все, чуваки, извините, такая хуйня вышла. Вот. Ну, что вам еще рассказать? Чего молчите там все? Пишите, спрашивайте. Пока там мой контейнер с едой подогревается, а Кристина собирает посылки, которые, сука, я сейчас вам буду отправлять. А хуй делать? Времена сложные. Я Дед Морозом подрабатываю нынче. Вот. Соответственно, я пока могу поотвечать. Я не успеваю, жрала все праздники. Девушка какая-то написала, что жрала все праздники. Не переживай. Все праздники жрали все. Ой, подождите, я вам найду. Хочу показать. Кристина, что это торчит у тебя сзади? Да ладно, я шучу, ничего не торчу. Я сейчас буду банить за всякую порнуху, которую вы пишете. За оскорбления, которые вы пишете. Это все очень неприятно. Не люблю такую херню. Демотай Солид Гурме. Нет, все, продано. У тебя после каждой тренировки мышцы болят. Да, безнал работает. Со шпаком сними тренировку. Че тренировать со шпаком? Настало твое время. Здоровье-то скажи как. Ну, я чувствую себя бодрее. Знаете, почему я не понимаю? Да, я не знаю. Есть группа у нас в ВК. Угарная качалка называется. Одна группа, вторая группа — Валерон, тестостерон. Вот так вот. Когда вы, блин, угарная качалка. Я спрашиваю про разгрузочный день, есть ли в них толк и смысл. Слушай, разгрузочный день — это исключительно хрень такая психологическая. Толку для желудка в них, наоборот, хуже. А психологически, да, конечно, так проще. Когда ты знаешь, что ты можешь неделю держать диету, а потом у тебя целый день обжирало. Но в этом ничего хорошего нет. Из недорогих протов что осталось, кроме пюра? Ну, смотри. Есть Делайт, но я его тебе не продам. Вот весь Делайт, который стоит, скорее всего, я сожру сам. Проболики остались. Universal остался, но Universal тоже будет скидка. Инказин остатки. Потом Сан остатки казеина.
И еще Universal Way Pro. Весь остальной прод разобрали. Саминки. Это ничто вообще. Это пиздец тут творится. Добрый день. Нет, я не качок, тебе показалось. У меня просто морщины на лбу. Юрик, сыворотка почем? Кристина, на сыворотку. Есть, вон стоит. Есть сыворотка. Есть сыворотка. Обама гондон или нет? Обама афроамериканец, блядь. Валерон кабачок. А почему ты не продаешь фарму через магаз? Не, ну я пробовал, но ребята из госнарконтроля пришли, говорят, что-то вы хуйней, говорит, страдаете какой-то, продавайте лучше протеин. Я говорю, ну ладно. Тренинг поздно вечером вас... Блядь. Кашель-то не прошел. Какие лямки для тяги взять в твоем магазе? Да что ж вы, блядь, я не думал, что через перископ так охуенно удобно барыжить. Лямки для тяги, смотрите. Ай, как больно. Вот это у меня Ронни Колман тут лежит, тяги. А вот это вамповские тяги лежат, короче. И там еще есть тоже вамповские тяги, только кожаные. И блядь, еще какие-то. И лучше, да, блядь, все одинаковые, но мне нравится из ткани. С кожаными как-то не очень удобно. В апокалипсис тебя первого съедят. В апокалипсис я первый сам всех пожру. Тут ты ошибаешься. Прикольно снимать самого себя на фоне самого себя. Правда, продукты Pure Normal, карантин и джем полное говно, но это по мне. Да не знаю, я ел джем и иногда кушаю нормально так. Six-pack сколько стоит сумка? Я говорю, приходи на семинар, мы тебе все продадим, блядь, в два раза дороже. Ладно, я шучу, в два раза дешевле. Возьмешь с собой мобильный телефон, откроешь здесь у нас прямо цены на этот six-pack в других магазинах, и мы сделаем тебе такой скидос, что ты не уйдешь отсюда без двух сумок. Если народа много будет, лучше отработаю. Я не понял, о чем ты. Доставка из другого города. Да, есть почта, отправляем. Я не знаю, кто такой Дмитрий Польский. Как магаз работает? Пишите в личку Кристине, говорите, что вам нужно, договаривайтесь на время. Так и работает. Что надо не есть, чтобы похудеть? Говно не надо есть, чтобы можно было похудеть. Когда на сцену, Валер? Скоро. Не могу пока сказать вам. Я набираю. Какая цена доставки? Блять, а какой город, а какой объем? Через почтовый этот не пробовали никогда проверять? Забиваете, блять, в калькулятор размер, блять, килограмм, точнее вес, и узнаете. Как в первый раз, блять, в первый класс. Ты на массе сейчас? Я на массе сейчас. Блять, пошли тупые вопросы, пиздец. Ты, блять, не смешно читать. Подпольная кличка, блять. Блять, а у тебя какая подпольная кличка? Я рукой не закрываю микрофон, просто фронтальный микрофон у меня хуёвый, я уже про это говорил. БСН аминки такие же, как и любые другие аминки. Вон стоит аминки. Например, вот такие, вы их, блять, наверное, даже не видели никогда. Аминки Бетанкур. Берите. Нормуль аминки, между прочим, то же самое, блять, что оптимумские аминки 4.2. Что то говно, что это говно. Но стоит это говно в два раза дешевле, чем оптимумское говно. Семинар только в Питере сейчас будет, да. Когда в Москву приедешь? Я же говорю, в Москву приеду в январе. Есть шред продукции у вас? Будет ли? А, это та хуйня, которую рекламирует этот, блядь, негр с прессом и большим хуем, который у него не прячется, блядь, ни в какие штаны. Смотрите. После того, когда я сказал про этого негра, блядь, который... Я лесбиянка. А реакция была странная. Ну вот, короче, вы про этого? Нет, нет такой продукции. БЦА, Валера, осталось, что по низким ценам. Да, БЦАшки у нас эти гатовские остались, да? Какие еще? И сановские. И БЦА гатовские и сановские остались, капсулированные и те. Тоже приходи, скинем цену, нормально продадим. Все приходите, берете с собой смартфон, чтобы это было по-умному, да, а не по-еврейски. Открываете, блядь, актуальные цены в других магазинах и торгуетесь тут с Кристиной. До чего доторгуетесь, за столько и заберете. Ну, я предупреждаю, блядь, у нее еврейские корни в третьем колене где-то там. Че так людей много? Где? Людей много где? Людей много здесь? Потому что я охуенный. Почему цены-то такие просрочены, что ли? Блядь, 2014 года, конечно, все просрочено. Потому что я распродаю, говорю, старый товар. Буду завозить новый и буду делать, блядь, кое-что другое.
поэтому распродаю. Не хотите покупать дешево, нахуй идите покупать дорого. Натуры заплатить можно ей будет? Можно, она тебя кастрирует просто и уедешь домой без яиц. Какие шейкеры остались? Шейкеров нету никаких. Не топит, Кристина замерзла. Да тут пиздец, такой холод. Я сейчас зашел сюда, у самого, блядь, все чуть не отвалилось. Я еще больной. Новая продукция будет, да, будет новая продукция. А мне натурой, блядь, а мне натурой. Слушай, я даже не знаю. Вот это хорошее, интересное предложение. Очень интересно, я обдумал. А? На меня будешь переводить? Ну, вот видите, все, теперь всех будут переводить на меня, кто хочет натурой расплачиваться. Я не боюсь, я не справлюсь с таким потоком людей. Дешево плохо, дорого плохо, офигели. Да я же говорю, блядь, у нас народ, блядь, ебанутый просто. Предлагаешь дешево, говорит, что так дешево? Берите дорого, просрочку спортпита можно хавать. Смотря какая просрочка, если этой просрочки там несколько месяцев, то можно хавать, с ней ничего не будет. Там делается определенный запас для того, чтобы, если продукция не успела продаться, то можно было ее продать с какими-то скидками, но при этом... Валерону слава! И при этом, чтобы она... чтобы она еще была нормальная. А если просрочка там уже полгода и больше, конечно, это уже пиздец. Привет, уже выздоровел. Не, нихуя не выздоровел. Все так же кашляю, заложили уши. Но, блядь, нужно было ехать в магаз, чтобы посылки вам отправлять. Заебали с этими посылками уже, если честно. Просрочка One Love. Полностью тебя подтверждаю, блядь. Сам просрочку жру, будь здоров. Слава Украине, сало Украине. А где Васип, он умер? Сложный вопрос, блядь. Идешь на тренинг сегодня? Сложный вопрос. Я и так здоровый, чего мне качаться? Слава Валерке, Валерке слава. Мутант Мас посоветовал бы, но если ты хочешь хорошенько просраться, бери, конечно. Очень хорошее слабительное средство. Ричпиан рекомендует. Что из русского осталось? Пьюр? Какая машина у тебя? У меня маршрутка. Мастер маркетинга. Я не мастер, я бог маркетинга. Интернет-магазин работает? Работает. Работает, работает. Бородатый хер. Правильно пишется бородатый хер. Что? Не оплачивайте через интернет-магазин. Выбирайте, что хотите купить. Пишите в личку Кристине. Она вам подтвердит или пошлет вас нахер, в случае, если такого товара нету. Но очень вежливо. И после этого вы можете делать оплату. В противном случае, если вы делаете оплату сразу же, а потом Кристина говорит вам, извини, братан, этот товар у нас закончился, деньги мы вам не вернем, мы пойдем и пробухаем. Понятно? Почему так? Потому что так. А подстрижка бороды был наеб? В каком смысле? Она подстриглась. Что побрейся? Это я уже побрился. Ты не видел, как было до того, как я не побрился. Отеч говно? Ну, вот это же, блядь, отеч. Хитренькие вы. Мы не хитрые, мы наоборот правильные. Мы не хотим брать ваши деньги, если у нас нет замены их товара. Синта 6 есть у оптовиков, которые купили у меня эту Синту 6 и продадут вам ее теперь в два раза дороже. Поздравляю. Да, я им продал ее довольно-таки дешево, пока вы, блядь, долго думали, блядь, а в ней на 2 грамма белка меньше, я не знаю, может мне ее не брать. Жена у Кристины есть, да, отличный вопрос. Конечно, есть жена у нее, да, и 3 детей. А почему весной не выступаешь? Потому что я набираю. Просапс, ебать, конечно, просапса тонны просто, не знаю, куда девать просапс. Serious Mass, блядь, а спроси про Gold меня, пожалуйста. Ронни Колман, блядь, Гейнер, продано все нахрен, целиком и полностью. Обязательно спрашивайте про то, есть ли Optimum, есть ли Weigold стандарт и будет ли Serious Mass. Это, сука, самый гениальный вопрос. А, я и не молпак обязательно, ребят, спрашивайте. Потому что эти вопросы я бы сделал топом вопросов в магазинах спортивного питания. Блять, за, сука, 2 года, блять. Нет, за 3 года того, блять, как я на этого дела плотно касаюсь. Я просто в ахуе. Просто, блять, мне бомбит, блять. А если купить не Weigold стандарт, а точно такую же хуйню, только от другой фирмы, будет пиздец, да? Там будет не такой белок? Пак есть, конечно, приходи. И Optimum, и Optiwoman, блять. Все есть, братан, приходи. Геркулес, есть даже Атлант. Протеин Про 92 есть. Есть не Про, есть Аматеур. После магаза на трену, после магаза на почту.
Трибулус вейдеровский есть. Трибулус какой-то остался, да, Кристина? Да. Какой прод жрешь? Я уже все показывал, ты проебал всю трансляцию. Снимай от света. Кто такая от света? Что про амнодрен скажешь? Скажу, что это стероиды, и от этого у тебя не будет стоять член. На почту за треном. Смешно. В Москву планируешь приехать, типа семинара, с подключением тебя? С подключением. Планирую. Топ-2-3 гейнера назови, пожалуйста. Сириус Масс, Сириус Масс и Сириус Масс. Ансамон есть в наличии? Да, джинтропин, ансамон, хайгетропин, тропин, пердотропин, абасропин. Приходи. Здорово, Сочи! Смотрите, там какой парень красавец вообще на заднем фоне, да? Чувствуете? Охуенный вообще просто. Бля, я его знаю. На тайский почему не поехал? И как к шпаку относишься? Александр Шавкун. Ты, видно, первый раз зашел в мою трансляцию. Извини, не буду отвечать на вопрос. У меня 27 трансляций, по-моему, или 20 с чем-то. Там, посмотри, там про тайские каникулы раз 500 упоминалось. Оптимум заплатил за рекламу? Да, конечно. Со мной делятся все. Я мафия, ебаный в рот. Куда Цкире пропала? Цкире шьет лосины. А вы не знаете, что ли? И что она сейчас шьет, Кристина? Топики. Свитшоты с котиками. Мяу-мяу-мяу. Магазин свой в Москве не хочешь открыть? Нет, не хочу. А нахуя его открывать в Москве? Где-нибудь поблизости, рядом с 5ЛБ, напротив, чтобы испортить им всю работу. Я не могу себе такое позволить. Все должны зарабатывать, я считаю. Не будем мешать людям. Я не знаю, шьет у нее дочка или не шьет. Я не в курсе. Трансляции удаляются через 24 часа. Печаль, бля, печаль. Напротив фитнес-бара. Ну таки да. Троллить этим шпаком. Ребят, я с вами пока разговариваю, блядь. Кое-кто жрет. Да. А лучше было бы наоборот. Лучше бы я жрал, а кое-кто с вами разговаривал. Вот когда мне какой-то Delight 76 пишет, что я хорошенький такой, мне становится страшно. Иди крышевать Коломойцева. Сука, смешно. Давай нам Крис, иди ешь. Ну сейчас она дожрет. Блядь, она долго жрет.